вот обучение, это вроде бы такая вещь абсолютно понятная, да? Ну вот учится человек, что это такое? Он знания получает, учится. Навыки он какие-то получает, это он учится, вроде да. А если знания дурацкие тоже, вот он, мы говорим так, кстати, он у него плохому научился. Обучение. А если навык в носу ковыряться там или отлынивать от работы, тоже же навык. Вот, это тоже обучение. Ну, на самом деле, вот обучение обязательно должна быть, конечно, понятная задача, которую вы для себя понимаете как ценную, как важную там, и так далее. Я никогда не поверю, что отлынивание от работы или ковыряние в носу или обучение плохому – это то, что человек может выбрать осмысленно, целенаправленно, сознательно там, и так далее. Это не ваш выбор. Это выбор где-то страхов, где-то лени, где-то глупости, где-то, не знаю, еще чего-нибудь. Вот. Обучение – это всегда получение каких-то способностей видеть ту часть реальности, в которой вы это свое знание или этот свой навык способны применить. Вот в чем проблема высшего образования у нас в стране? Вот. Да и в мире, на самом деле, я думаю, что это нарастающая тенденция. Потому что люди получают кучу навыков, а потом придумывают для себя, чем заниматься. Потому что это не то, что... В медицине, вот, например, понятное. Обучение в медицине – специфическая вещь. Понимаете? Там четко понятно, ты вообще... Твоя миссия предопределена. В чем миссия менеджмента? Ну, она вроде бы есть. Но это... В чем миссия пиара? Она вроде бы есть. В чем миссия там, еще чего-нибудь? Непонятно. И вот обучение – это когда ты видишь, что что-то для тебя ощущается как значимое, и ты хочешь с этим значимым как-то научиться взаимодействовать. И вот тогда это реальное обучение. А если это просто, этот, как его, пусть меня научат, вот, это, не будет работать, б, часто это просто способ увиливания от реальности. И С, это самое главное, это вот отсутствие вот этого образа результата, образа миссии, образа вот цели своей жизни. Обучение должно вот все время работать на вашу жизнь. Потому что вы будете делать, например, что-то, что вам кажется очень важным. Вот тогда вы будете учиться. А в противном случае вы будете и учиться посредственно. Ну, может быть, кто-то учится ради оценок. Вот. Или вам потом все равно будет эти знания не применить к практике. И это просто зря потраченное время жизни. Вот такие дела.